Итак, всем привет, друзья, с вами Андрюха, и я продолжаю играть в Angry Birds Rio. Так, на чем же мы тут закончили? По-моему, вот здесь. Да, здесь. Продолжаем мочить этих конченых мартышек. Так, ну давайте первого вот сюда, наверное, зашлем. Опа. Ну что? Как ты, блядь, выжил, отец? Давайте переиграем. Нет, еще хуже. Давай, давай, давай. Ой, другое дело. Так, вот эту-то мартышку как мочить. Так, не, надо читать как-то по-другому. Вот эту относить надо 100%. Так, теперь, наверное, пробить как-то вот это место. Блин, ну одной птицы нереально, да? Так, а если попробовать вот это все попробивать? Второй птицей также вот это все пробить. Вот это уже другое дело. Так, давай, 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 давай. И чуть-чуть потрох. Вот тебе ебать, а. Давай, давай, давай. Ой, блядь, тяжелый. Ну-ка, подождите-ка. Ладно. Короче, пробиваем вот эти мартышек в баны. Потом пробиваем вот эти мартышек. И чё? А если в то же место попасть? Ну? Давайте, 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 давайте. Ты твари, блядь. Иди. Кончил. Да ну нахуй, даже ты звездолёт. Вообще заеби. Блядь, чем дальше, тем веселее, да? Так, и как вас мочить? Вера врыла, да? Блять, ну это опять нереально, хуйня какая-то. Да нахуй. Что тут придумать, блядь? Вот этого первого тебе. Так, потом он верхний хуй плет. Давай, давай, давай. Давай на эту. Не, ну пиздец, и как тебе того? Ну чё за дичь-то конченая, блядь? Так, осталось две мартышки. Вот, вот эту я вообще не знаю, как сносить.
Ее походу все летат. Ну конечно же, ёб твою мать, а. Ух, ёбаный в рот, это пиздец, пиздец. Не, ну тут я уже знаю, отъебись, да. Ну давай, 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 шатай эту бабу. Опять она выжила. Вот это какой-то лёгкий пиздец. Ну это вообще какой-то... Вообще здорово, блин. Так, ладно. Вот эти, сука, обезьяны, которые висят, это вообще какой-то пиздец, ну. Ну, тури, как обезьяны, блядь, висят, ну. И как, блядь, с одной птицы их выбить, нахуй, долбоёбов этих. Да неужели, блядь? Хотя бы одну звезду подадут. Ни одну не дадут. Так, всё. И как? Сюда постараться попасть, чтобы это всё. Давай, 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 давай. Ну. Нормально. Так, теперь надо постараться. Ну куда ты, в рот тебе? Ну и всё. Хотя бы так. Даже одну звезду дали. Поебень, смотрите, что выйдет. Ну, блядь, ну слишком высоко, в рот тебя. Компот. Слишком низко, нахуй. Ох, ёпт, дивизия. Давай, давай, давай. Офигенно. Закумали. Так, вот сейчас самое главное не провафлить. Самое главное, блядь, не провафлить нас. Блядь, ну выше, выше. Вот у нас лоб нету. Чё за дичь? Чё ты ржёшь-то, блядь, обезьяна конченая, блядь. Другого выбора, блядь, и не было, блядь. Давай, 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 давай. Вот, подножие надо бить, чтобы это все просто ебенько. Опять выше, блядь. Положенного. Все, вот сейчас самое главное не провафлить и попасть в это чудовище, блядь. Наконец-то.
мать вашу, дали еще и 3 звезды. Вообще здорово. Так, и что? И как лучше? Как вас размотать? Для начала поэкспериментируем. Ну, выше, бляха, бляха, слишком высоко. Нет, так не получится. Тоже толку нет. Что за муть? Просто вообще здесь. А чё ж ты не покатился-то, блядь, вот на эту бомбу конченую? А у меня нет сигарет. Вон в этот, скажите, как он называется? Магазин продуктовый. Постоянно что-то придет. Блин, ну как вот их мочить? Ну это вообще, ну пиздец, ну нереально это так залупа. Ну еще бы нахуй это случилось. Ну вот объясните мне, пожалуйста, как мочить эти типа морфики кончили. Да неужели? Хоть одну звезду я, блядь, уже рад. Вот. Ну, даже 2 дали. Ну, это вообще зажигает. Ну, опять у нас какой-то, ебать, лютый трэш. Блять, надо было, наверное, от пальмы избавляться первым делом. Ну да. Или как-то перебрасывать, или я не знаю, что с ними делать. Нет, это не со мной. Задел пальму. Короче, надо разбивать подножие этих парашек. Блять, подножие. Вот тебе подножие. Ну давай. Вот если туда же сейчас все попаду, может это все и порушится. Да. Вот это вообще огонь. Еще 2 звезды пролетело.
Нормально. Так, опять же, не знаю, как это все сносить. Потихонечку, помаленечку, таким вот образом. Ай, блядь, ну как так-то? Ничего я с этой, блядь, одной птицей так не сделаю. Да нихуя не сделаю. Рот компота. А что тебя за ноги? Не, блядь. УКК, блядь. Ну ты в жопу, блядь, обезьяне. Давай, 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 давай сюда, ну. Не, ну все. Так, если, блядь, не попаду, это пиздец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ты ржешь-то, блядь, обезьяна конченая? Блядь, пиздец, вы посмотрите на меня. Пиздец, а, блядь. Да, осталось только выяснить, как вот эту выбить. Ну давай, 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 мать вашу, а. Неужели? Две звезды, две звезды. Твою мать. Левел закончен, да? Пройден. Или что это было? И, блядь, на лианах все это болтается. Все, хули. Это фиаско, блядь. Ну хоть лиана просралась. Вон, уебалась куда-то. Уже. Ну давай же, мать твою. Не сложился. Дохните, дохните. На, нахуй, может, три звезды дадут. Ну-ка, 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 ну-ка. Чисто остался. Ну. Две. Ну, сука, жадные, блядь. Тепло, ебать, копать. Даже же киндюри. Так, осталась одна поебень. Мафия маркетка. На, три звезды, твою мать. Давайте первую бомбу сюда заметим, если получится. Ладно, можно сказать сюда, да? Так, что дальше-то делаем? Пробить все это дело. Пробить все это дело, блядь. Ну, давай, давай, падай. Все, осталось, значит, вот эту мартышку в конченую с желяной, ой, за эти, блядь, замотать. Да, ну как так, ну, блядь, в рот компот, ну. Ну, что такое? Все равно размотал. Попалась вот в пирамиду, блядь, блядь. У нее звезда, ну. Это вообще что за пиздец.
я таких птиц-то первый раз вижу. И так они работают. Ничего не понятно. Нихуя не понятно. Получила по седлу, чмо. Ну, ёпаный, брат, а вот что тут. Короче, надо сбить этот мразот. Ах, вот тебя там вот. Ну чё толку-то? Чё проиграл, да, этот, блядь, попугай конченый вместе с обезьянами, блядь. Как вот эта хрень работает? Прямо, оказывается, она работает. Давай, давай, давай. Да как мимо-то, ёбана в рот, вот такого быть не может. Это если вот это... А, там же нет ни хера. Я не понял, а как ты, сука, выжила морду? Я в тебя, блядь, сколько раз попал? Чудовище. Опять мимо, блядь. Ну-ка, подожди. Надо сильно, что ли, птицами в нее попасть. Она, нас, конечно, специально, да, это идет. Попугаи какие-то, блядь, какие-то конченые. На, нахуй, попал. Ну это какой-то пиздец вообще летит. Нафиг по седлу хватит. И как ее мочить-то? Попугая этого ебаного. Это бомба на нас. Ржёшь, блядь, конченый, блядь, попугай, блядь. Ну, пиздец, ну как вот? Я хуй, блядь. Чё делать с сраным попугаем? Короче, в рот компот, нахуй. Стопудово там что-то поинтереснее сейчас. Это что такое?
25 уровень. Это же было вроде. Новый. Это тоже было. Так. Давайте вот это попробуем. Так, нам надо как-то вот так завернуть что-то, да? Вот эти птицы зеленые. Подсунем мартышку, блядь, не знаю, поседлу, тварь. Да ну нахуй, ну она должна была, по идее, перевесить. Задраконил я вас. Ну чё, типа. Две звезды получил. Ну давай попробуем вот этих мартышек раскумарить. Давай, 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 давай. Опа. Вот такое ощущение, что ну как специально прям, знаете, седло толкнуло. Сейчас он тут, короче, мартыгу надо как-то раскумарить. Давай, давай, давай. Ну в рот тебе компот, нахуй, ебать, ну чё ж ты не долетел-то? Фиаско. Это вообще, конечно, интересно. Лютый просто. Вот этот-то почему не дохнет? Морда вонючая, блядь. Ну... Ой, ну это, конечно, лютый пиздец. Вот это вообще красава. Вот так-то нахуй вам. Так, в общем, друзья, блядь, мне аж нервов не хватает на эту игру, это пиздец какой-то вообще лютый, блядь. В общем, друзья, кто смотрел, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Андрюха, всем удачи, пока.